Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Сегодня я к вам с полезным видео. Хочу вам показать свою находку. Это капсулы для стирки Eclipse. Недавно увидела их в магазине Магнит Косметики. Сразу взяла на пробу, потому что уже знакома с гелями этого бренда. Весной для тестирования покупала вот эти вот гели. И осталась ими очень довольна. У них хорошая, прям такая густая консистенция. Они отлично отстирывают. У них приятный аромат. Причем аромат гели совпадает с ароматом капсул. Но единственное, эти гели очень быстро разбирают, поэтому если увидите в продаже, берите, точно не пожалеете. Очень достойные средства. Итак, в голубой упаковке капсулы универсал, подходят они абсолютно для всех видов тканей. Смотрите, какие они большие, вес 1,15 грамм. Я еще часто покупаю китайские капсулы, так вот вес китайской 8, то есть половину меньше. С этими капсулами я стираю 3-4 вещи, с капсулами Eclipse полноценная стирка при максимально возможно загруженном барабане. И очень хочется отметить, что этих капсул прочная оболочка, что, по крайней мере, для меня очень важно, потому что часто в квартире бывает повышенная влажность, и эти капсулы между собой никак не склеиваются, не прилипают, то есть все очень удобно. И эти капсулы трехкомпонентные, в составе есть энзимы, поэтому отстирывают они абсолютно все виды пятен, и органику, и неорганику, и работают при температуре от 40 градусов. И особенно хочу отметить аромат, потому что часто попадаются капсулы прям с таким резким химозным запахом. Здесь же прям такое нежное сочетание цветочных и цитрусовых нот. И этот аромат сохраняется на белье. Показываю капсулы в действии. С их помощью я отстирываю школьные рубашки, футболки поло, маечки, носочки. На всех этих вещах встречаются пятна от чернил, красок, шоколад и другие прелести школьной жизни. Поэтому энзимы в составе для меня самое настоящее спасение. Стирать буду при температуре 60 градусов, капсулу кладу в пустой барабан и только потом загружаю белье. Так, мне кажется, капсулы лучше растворяются. Стирка у меня будет ровно 1 час, и результат, друзья, вы видите сами. Все белье идеально чистое, без пятен. Пятна у меня были свежие, но сложные. И чернила, и шоколад, и краски, и пыль, и грязь, все отстиралось. И вещи очень мягкие, и они будут легко гладиться. В зеленой упаковке капсулы Color. Их 12 штук, капсулы тоже трехкомпонентные, большие, вес 1,15 грамм. И, друзья, у этих капсул просто божественный аромат. Это освежающие ноты бергамота, грейпфрута, которые дополнены изысканными акцентами розы, герани и бобов тонко. Аромат очень нежный, и он тоже остается на одежде. Значит, в составе этих капсул также есть энзимы и есть еще оптический отбеливатель. Использую эти капсулы для стирки цветного, черного белья, для стирки пуха и мембраны. Очень классно с ними стирать мембрану. Впереди у нас осень, зима, верхняя одежда. И мне кажется, эти капсулы вот именно для стирки такого сложного наполнителя просто идеальны. И запах потрясающий. С этими капсулами чаще всего стираю при температуре 40 градусов. Результат стирки всегда чистое и очень яркое белье с потрясающим ароматом. И понравилось с этими капсулами стирать верхнюю одежду, особенно если наполнитель пух. Он отлично простирывается и, мне кажется, очень быстро высыхает и равномерно распределяется внутри. Поэтому, хозяйки, впереди у нас стирка пуховиков, курток, вещей из мембраны. Я прям настоятельно вам рекомендую приобрести эти капсулы, обратить на них внимание в магазине Магнит Косметик. Вот мне кажется, для верхней одежды, особенно яркой, просто незаменимая вещь. Хозяйки, на этом буду заканчивать свое видео. Обязательно попробуйте капсулы Eclipse. Я вам показала, насколько эффективно они работают. Купить их легко. Продаются они в магазине Магнит Косметик. Возьмите на пробу. Мне кажется, точно не пожалеете. Результат, по крайней мере, меня всегда радовал при каждой стирке. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем пока!